Привет, друзья! Сегодня я вам показываю мой эксперимент. Выращивание георгины просто в ведре. Можно, конечно, в больших красивых горшках, но у меня в ведре, потому что на зиму их надо будет спрятать в подвал. Вот. И вот у меня распустился цветок. Нормально так, количество бутонов тоже, видите, пышный куст, нормально все. Может быть, в грунте в открытом было бы еще лучше, но так я тоже счастлива, ничего так себе получилось. Потому что в том году я закапывала, как обычно, в огород, а потом осенью выкапывала эти клубни, потом положила куда-то в ведро в подвал, и потом я больше уже ничего не нашла. Они, наверное, как-то погнили или что-то с ними случилось. И поэтому в этом году вот так вот я попробую просто так с ведром в подвал поставить, для того, чтобы подписанная точно георгина, где какой сорт, остается на ведре. Ну и может быть так получится у меня в этом году лучше сохранить их до следующего года. Вот такой вот куст георгины в ведре.